Pour former la forme du passé du verbe but, il faut prendre l'infinitif et enlever les terminaisons t. Et après, il faut rajouter le suffixe l du passé. Bull. Bull, c'est masculin. On utilise cette forme après les pronoms ya, tu, on. Ya, был, tu, bull. On, был. Pour les féminins, il faut faire la même chose, mais il faut rajouter les terminaisons A à la fin. была, Ya, была, Tu, была, Anna, была. Pour les neutres, il faut rajouter O. Bula. оно было, это было. Эпурли плюрель, ильфора жуте и алефан были. Мы были, вы были, они были. И мантенан, вы пове позе де кестюм. Где ты был, пурли маскулян? Где ты была, пурли феминан? Где ты был? Где ты была? Pour répondre, il faut utiliser le prépositionnel. Par exemple, например, в университете. Я был в университете. Pour les masculins, я была в университете. Pour les féminins. Анна была в магазине. Анна – это она, Феминан. Нужно использовать была. Il faut utiliser, была. Анна была в магазине. Дети были в школе. Дети – это они, плюрьель. Нужно использовать были. Il faut utiliser, были. Антон был в музее. Антон – это он, маскулян. Нужно использовать был. Il faut utiliser, был. Антон был в музее. Она была в библиотеке. Они были в ресторане. Когда это было? Когда это было? Пордир сете, il faut utiliser la forme neutre. Это было. Когда это было? Это было вчера. Это было вкусно. Ответьте на вопросы. Репонды у кистю. Где они были? Они были в бассейне. Где вы были? Я был в театре. Я была в театре. Мы были в театре. Садипан доля персонки парл. Где были Марина и Лиза? Марина и Лиза были в Париже. Где был Антон? Антон был на почте. Где была Татьяна? Татьяна была в Санкт-Петербурге. Где вы были? Вупве репондер. Я был в Москве, я была в Москве, мы были в Москве.